Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и сегодня я продолжаю тестировать себя в стрёмных играх. Сейчас я буду проходить, ну, я не знаю, как проходить, это уж громко сказано, да, может, я зайду, испугаюсь и выйду. Я буду пробовать играть в игру Вик. Мне её посоветовали в комментариях под моим летсплеем предыдущим. Вот, не знаю, насколько страшно, не страшно, ну, должно быть страшно, наверное, что-то в духе того же, во что я играл тогда, и это хорошо, что почему бы и нет, дома муж, мне не так страшно, хотя, казалось бы, чем он мне поможет из соседней комнаты? Запускается, так, регулируйте слайдер до того момента, когда логотип еле заметен. Ну, я не люблю страшилки, можно сделать так, чтобы было хорошо заметно. Но, блин, мне все плохо видно. А, у меня еще яркость на экране не очень. Еле заметен. У меня зрение хорошее, поэтому боюсь, что я потом обосрусь в этом лесу. Я сделаю вот, ну, чуть вот так. Чтобы я его не то что различить не могла, а вижу. Но не слишком ярко. Так, что с музыкой? Тут есть музыка? Я очень волнуюсь, потому что в прошлой реакции, точнее, господи, реакция, в прошлом летсплее... Блядь... О, на русском! Господи, как громко мое ухо, аудио! Так, общая громкость сделаем... Короче, проблема в том, что мне же надо как-то протестировать. Эффекты пусть у нас будут громкими. А, это вот как. Эффекты у нас пусть будут громкие, а музыка так. Типа, не очень громко. Я просто хочу, чтобы всем было хорошо меня слышно. Я просто записываю в одну дорожку сразу звук с игры и звук с микрофона. Но звук с микрофона, понятно, качественный, не просто с компа. Вот, ну, как бы посмотрим. Пока разбираемся. Графика. А, сохранить настройки. Графика, весь экран, разрешение. Фу, какое плохое. А есть лучше? 1600 на 900? Не, вот это ж лучше. Соотношение как надо. Качество ультра, низкий. Ух ты, высокий. А что круче, ультра? Высокий, наверное. А есть супер? Высокий. Блин, сейчас скажут еще перезагрузиться, да? Сохранить. Помощь включить, подстрочник, что за подстрочник, облако Steam, а зачем мне облако Steam, не надо, сохраним. Я боюсь, найденное, у меня ничего не найдено, так, доступен новый контент, а, ну это мне не надо, ну все, погнали. А вдруг я слишком громко оставила звуки, может мне их потише сделать, может быть я зря? Знаете, я пугливая сёба. То, что на русском, это класс. Подростки входят в лес, у одного завязаны глаза, они играют в фитили, они утверждают, что в лесу пропавшие дети, которые видны при свете свеч. О! А, кнопки забыла. Я переживала, что здесь будет на английском. Я ничего... Yeah. I've heard the story. No, it's true. Нет, правда, it was a long time ago. Давно было. The house burned down. Дом сгорел, родители the parents погибли, died, but their kids' bodies were never found. Dun, dun, dun. Dun. Guys, stop! You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the Stop night. It. Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year. Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick too. For real? You calm down. What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet. Please. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at 6 a.m. Если выживешь. If you а live. Я не выживу. Как будто бы мы не знаем. Так. Подростки оставляют друга с завязанными глазами и запирают ворота. Их план вернуться в 6 утра. Собрано личное имущество. Правила игры и 2 содержимое рюкзака внесены в улики. Херня какая-то.
уже боюсь. А, все, мне, короче, завязали глаза, черти волосатые. Та-на-на. Я не знаю, на какой хер я это делаю. Мне просто потом интересно смотреть, как я пугаю со стороны. Е, чтобы забрать. Вот этот чудило нас будет пугать. Не раздумывай, беги. Как бежать? О, я могу бежать. Кстати, в прошлой игре я тоже могла бежать, но об этом я узнала слишком поздно. А, да-да-да, о чем же я узнала? И прыгать я могу. О, свеча. Не-не-не-не-не, на кой черт ее ставишь? Ф, где Ф? Спичка, спичка. Господи, кошмар какой, а? Охереть. Не надо мне ничего подбирать, я уже подобрала. Короче, что хотела сказать? В прошлой реакции... блядь, почему я это постоянно реакцией называю? В прошлом летсплее, в нашем выпуске. Что сказала я? О! You hurt him. I'll hurt you. В прошлом выпуске я сказала, что смотрела летсплей чувака одного, я его назвала Куплинов, оказывается, Куплинов. Если честно, я слышала несколько раз, как он называет себя Куплинов. Может быть, меня переглючило? А, не страшно. Так, а свеча-то кончается, надо бегать? Какого хера я так медленно иду и болтаю? Ну, не страшно. Короче, Куплинов, понятно. Нет проблем. А тут такие все, прям миллион комментариев мне написали. Юля, Юля, что ты не знаешь? А, если я бегу, у меня свеча может быстрее стухнуть. Ой, господи, он убрал свечу, я испугалась, думала, что все. Так, а свеча, свеча, черт, дери. Камп, что за камп? И куда я иду вообще? Туда мне надо? Сука, свеча догорает. А тут есть какая-то тоже такая... Иди нахер! Left shift, что left shift? Где это left shift? А, left и shift, я и нажимаю left shift. Так, короче, пока я в темноте, сейчас меня будут пугать всякие засранцы. А свет-то вообще-то где-то есть? И свечи эти сраные. Тихо, я что-то видела, блестело там. Сука, может это какой-то светлячок был? Господи, это ужасно, это ужасно. У меня нет свечи этой сраной. Вон, о, это типа час прошел, и мне деньги пришли на телефон. О, свеча, ё-моё, давай, давай. Я зажигаю свечу, свечу, свечу. А драться с ним нельзя? Тупо. Я, конечно, ладошки-то мои схватили, но тупо. Ну, кстати, что-то-то звенело, да? Типа, час прошел. О, я что-то нашла. Полночь. Ага. Мне надо найти предметы. Нож я нашла. Надо маску найти. Какого-то гнома или что? А заяц какой-то. Охеренно. Продолжаем. Блин, ну не знаю, все равно как-то... Ну, страшно, но не так страшно, как в той игре было, если честно. Мне в той игре было намного страшнее. Потому что там как-то, не знаю, пропускаем. Ну, понятно, понятно. Полночь. Хотя, а почему полночь? Я думала, что я уже столько прошла. Так, вопрос вот какой, на засыпку. А, ну, это понятно. Нож. Где я нашла нож? В идеале нам обойти всю эту карту. Какой-то дом. Короче, нам надо найти 4 предмета. Или всего... Так, ну,
прыгай. Как туда не дойти? Короче, надо понять, что нам надо делать. Каждый час, типа, что-то происходит. О, ветер, походу, капец. Кстати, в эту игру я начала играть, я уже сказала, по рекомендациям в комментариях. Кто-то мне написал, попробуй, пройди эту игру. Кстати говоря, кто-то еще пишет, пройди вот эту игру, пройди вот эту. Классно, классно, интересно, посмотри, как ты в это играешь. Я забиваю эти игры, и я понимаю, что они не идут на Mac, а я играю на Mac. Вы уж извините, я не хочу специально покупать комп на винде для того, чтобы снимать летсплеи. Хотя была у нас такая мысль, но оказалось, что достаточно много клевых игр идет и на Mac. И зачем, как бы? Блин, ну короче, что меня выбесило? Что мне от них надо убегать? А я убегать не люблю. Блядь. Чё за дело? Так, свеча у меня скоро-то погаснет. И кирдык башка мне. Я видела, там какая-то звездочка горит. Ну все, ну все. Бежи нахер. О, свеча, быстрее бери ее. FF. А, кстати, а в тот раз на меня чувак напал-то, я со свечой в руке была. Сука! Сука! Короче, еще одна свеча. Я ее возьму, потому что моя... В какой-то момент обосрется. Оп. Пим-пим-пим. Ну вот, не страшно. Главное, если увидим этого чертилу, надо убегать от него в другую сторону. Блин! Собака. Я уже хотела убегать, но он просто мимо пробежал. Кто придумывает это? Вообще какие-то... гении. А, в чем прикол? Мне нравится потом пересматривать свои летсплеи. Что я знаю, в какой момент я испугаюсь, в какой момент будет страшно. А играть в реале, в онлайне, как сейчас, да, мне не нравится. Ну, я не в онлайне, конечно, да. Но вот так мне не очень. О, часы, часы. Туда я не могу. А что, он не сохраняется, что ли, как в прошлой игре? Какая-то Эмили. Почему он не сохраняет? Вот часы ударили, значит, часто прошел, наверное. О, боже, блядь. Ёб твою мать. Он не бежит. Сука. Я сейчас повернусь, а он там, да? Видите, там в деревьях, где-то вдалеке. Блядь. Сука, я слышу, как он бежит за мной. Вот вроде и не страшно, а вроде страшно. И свеча. Все, и пипец моей свече. Горит свеча. Маска, маска, ну чё ж ты не прыгаешь? И свеча, ё-моё, давай, блядь. Давай. Что за дело, что за дело? Я не хочу эти мультики смотреть, не буду. Так. Предмет. It's for when the bandages come off. Какие-то, какие-то конченые дети. Что за игры в лесу? Короче, я так поняла, что мои друзья меня здесь просто кинули в этом сраном лесу. И это типа игры такие. Я буду всегда свечи брать новые. Надеюсь, это хорошая идея. Что иногда их не сыщешь. Это как бы такой лимитированный продукт. Нож я, кстати, здесь нашла. Я в этой игре прям... Ладно, мы подождем немножко, когда он уйдет оттуда. Получено достижение. Достижение мое вот в чем. Побыстрее. Свалить оттуда нахер.
Надо не бежать. Господи, у меня все в напряжении. Ветер. Где этот пенек? Вон, видите фонарь? Я думаю, что там ходят мои друзья и просто угорают надо мной, как я здесь пугаюсь. Ну как мои друзья? Так называемые друзья. Конечно, настоящие друзья так поступать не будут. Сука. Блядь, бежи. У меня он не бежит. Он не бежит, он не бежит. Наверное, устает. Выносливости мало. Вот, ну вот этот трейлер мне надо взять. Нож. Я от него убежала, и сейчас я его искала. Потому что там недостающий предмет. Или не тут? Подождите, а где нож-то был? Я забыла. А свеча-то кончается. Сука, ну все, кранты нам. Я не буду бежать. Так, хоть одну свечу видно. Почему я не буду бежать? Потому что когда появится этот черт. Фух, хоть расслабилась немножко от смс-ки. Что когда появится этот черт, я втоплю на мощь. Бежать. Ну вот, а почему с... Интересно, кто больше испугался, я или чел в игре, за которого я хожу? Всего, если он сейчас с этой стороны, у меня уже дыхалки не отбежать. Еще час. Не еще, просто получено достижение. Ой-ой-ой. Private property. Че, частный собственность? Минутку, здесь что-то. Someone actually lives up there? What are they, like a thousand years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? Че? О чем их разговор был? Продолжаем. Так, что 6? Бери, ты чё? 6 спичек у меня есть. Не приближайся к ней. Ой. Так, короче, тут тоже будут каждый раз новые страшные монстры. Это жутко страшно. Нахер я это делаю? Мне так плохо после того, как я играю, у меня сердце колет, это что-то... Спина болит. Я не знаю, голова. Что, пугаешься? Я точно полагаю, что различные предметы, нужные нам, не могут валяться просто на полу. Они должны находиться в каких-то интересных локациях, таких как... Fabrics, details. Ну нет. Кто-то ходит помимо меня. Короче, надо найти... Чё я нашла? Я ничего не нашла, кроме одной маски. А нож-то мой сохранился? Сохранился, наверное, поэтому я его и нашла. Кому не приближаться-то? Где она? Странно, долго нет никаких скримеров. Обычно после таких слов обязательно что-то начинается. Ёптую мать, я же сказала. Круто. Круто? Уже не круто. Круто было, уже нет. Ебучая свеча. Почему нельзя с фонарем ходить, как во всех нормальных играх? Он меня штыривает, походу. Она, короче, какой-то психоделик. Делик. Ну, понятно, типа лес, но хотелось бы каких-то границ новых. Может быть, помните, там был забор с замком, может быть, там теперь открылось. Так, я просто понимаю, что нужно бежать в какие-то другие стороны.
каждого монстра можно сбежать. Так. Вот здесь был замок. Мне показалось, что... Блядь, вот, сука, я его больше всего боюсь. Эх, свечу дай. Короче, когда я приближаюсь к этому новому монстру, начинаются всякие разные психоделические видения, как я это понимаю. У меня целых 6 спичек. Я, наверное, могу и спичку использовать, но она быстро потухнет, и если не смысл. А вот это, да, что за звук интересный, вроде казалось бы, может, это полчаса прошло? Как же темно. Надо было настройки поставить, чтобы еще лучше все было видно, чтобы можно было без фонаря ходить, без свечи. У меня еще звуки все очень повышенные. Я не знаю, на какой черт я это сделала. Я себя вообще не жалею. А вы заметили в этот раз, как профессионально я играю? Так, лучше так не говорить, а то он меня сейчас поймает. Нельзя себя хвалить. Куда ж мне бежать? Ой, ты ж моя миленькая. 5 свечей. Да. Надо запоминать. Вот после этого звука что-то будет? Господи, вот вроде... Да, такая большая карта. Ну как, имеется в виду. Столько здесь брожу. Ну почему-то так мало каких-то локаций, домиков, там, машин, да, куда можно пробраться, взять какие-то предметы, потому что я не совсем понимаю, мне надо просто... Ну мне же надо и какие-то предметы собрать. Или не надо. А если я сейчас... Так, все нормально, соберись. А если я сейчас умру, я начну с самого начала или как бы с этой уже, ну, с часа ночи, получается, потому что было полночь, то есть 12, да? 12, это же полночь. Тот дом. Мы его не обследовали или обследовали? Короче, в том доме нет ничего, кроме свечи, которая мне тоже нужен. Так, он вот стрёмно то, что он появляется. А, ну звука вроде уже нет. Быстро к свече, быстро, 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 быстро. Ну где же еще какие-то предметы? А все-таки вот интересно, люди в комментариях, напишите, если вы играли и в эту игру, в которую сейчас играю, вот этот Вик, и в Эмили хочет поиграть, Эмилия, или как там ее, сучку эту, вот какую из этих вы играли, если играли в две, то это отлично, и скажите, какая для вас была страшнее во время того, как вы играли, потому что мне там было как-то пострашнее, хотя здесь тоже страшно. Ну да, здесь тоже страшно. Просто тут как-то... Вот кто же это такая, да? Кто меня заставляет видеть все через жопу? Что, в ее сторону иду? Почему это не исчезает? Беги! Все, она исчезла. Я просто гений. Местные туристы сообщают о каком-то. We were on our way back home, and we totally heard something. Totally. Like somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. Так, местные туристы сообщают о ком-то спящем и громком храпе. По предположению, субъект был жив и находится в лесу.
находился в лесу в то время, интервью записано. Я просто читаю как лох вот эти названия, их игровые названия, обычные слова. Не понимаю, почему я путаюсь? Я же умею читать. Почему я саму себя позорю? А ладно, похер мне. Так, о, новый монстр. Отвернись. Ну, я от всех отворачиваюсь, когда что-то вижу. Ай, чё? Не разбуди его. Как я могу его разбудить? Бегать? Если я буду бегать, я его разбужу. Может, у него тут какое-то логово есть? Я что, гениальный летсплейщик? Я почему так далеко дохожу? Вот почему вечно, когда я себя похвалю, происходит какая-то дрянь? Ладно, ничего. Я, видите, я специально не бегу. Камп. Не-не-не, на кой черт ты ставишь? Открыта улика, разбитый телефон. Ну хотя бы что-то я нашла. Я слышала, что кто-то шел. Так, у меня уже 3 улики, если считать нож, а мне надо 4. И свеча сейчас потухнет. А, вот храп его. А как мне его не разбудить? Или как разбудить? Сейчас точно будет как... Я отворачиваюсь, что хочется, конечно, заметить. Так, он откуда-то слева мне в ухо, в наушник храпит. Значит, пойдем вправо. Я не могу отвернуться. Справа у меня в ухе храпит. Короче, я пыталась от него отвернуться, потому что сказано не поворачиваться на него. Тут хотя бы как-то сразу говорят, да, и несут нам в уши. Сразу понятно, не смотри. А там я когда играла, я на нее не смотрю и не смотрю. Она все меня убивает и убивает. Оказывается, надо было смотреть. Так, опять храпит. Ну я тут уже без свечи спокойно справляюсь. Хотя со свечой, конечно, лучше. Так, сейчас у меня вправо муха храпит. Сейчас точно будет какой-нибудь сраный мальчик. А, хуже всего, когда все спокойно. Устала ходить здесь. Я все надеюсь найти последнюю улику, но мне кажется, я ее не найду на этом этапе. Over here. Уходим в другую сторону. Короче, тут по сути со всеми одна и та же тактика. Тактика со всеми одинаковая. Объясняю. От всех надо убегать, от всех надо отворачивать. Твой свет разбудит его. Тогда кидай ее нахер! Мой свет разбудит его. Что же мне без свечи? Then goeth he, and taketh with himself 7 other spirits, more wicked than himself,
Все, 4 улики. Хоть бы час этот закончился. Сейчас будет мальчик сраный. Ну, видите, я настолько... Блядь, тут везде стены. Вы обратили внимание, насколько я отважная и согласилась выбросить свечу, чтобы не разбудить его? Все как бы в пределах доброты. Очень много разных звуков. Господи, этот камень, я думала, что это чудище волосатое. Блин. Мне так хочется, чтобы скорее уже звоночек прозвенел. Типа то, что я пережила. Все, я не смогла его отвернуться, я отворачивалась. Я от него отворачивалась, но я не смогла. Два утра. Я нашла улику такую, как нож, маска. В час ночи я ничего не нашла. А почему красный? А, доступен новый контент. Найди все 3 утерянных предмета. Откроешь прошлое от Бабера. Блин, я не нашла. В-первых. Ну, сейчас мне опять надо искать маску. Вот книгу я нашла. А это что, может быть, интересно? Господи, как страшно! Мне так обидно, то, что я так долго продержалась, и потом меня настиг этот козел. Хотя я даже свечу ради него выкинула. Очень грущу. Вообще, вот эти игры на выживание очень пугают меня. Что ж мне делать с этой свечой? Возьму. Она мне, точнее, ее не имение... Я ее не имел. И мне это не помогло. Он меня все равно постиг. Так, ну... Предлагаю познавать карту. Мне нужно собрать улики. Но я так поняла, что это не имеет никакого значения, соберу я улики или нет. Час все равно пройдет. Видите, я уже начинаю привыкать к этим ужасам. Может, под мостом, кстати. Отличное место спрятать что-нибудь. Например, труп. Я, конечно, в лютом напряжении. Спина, шея. Ну ладно. Так, ну о чем же мы с вами поболтаем? Сегодня я посмотрела, какие игрушки еще можно установить на Mac. Подумала, может быть, вспомнить былые времена Слендермен, но мне почему-то кажется, что это уже настолько пройденное, да? Уже настолько все 500 тысяч раз в него поиграли, что неинтересно. Ну, жалко, конечно, что не очень много игр. Идет. Все, видите? Что это за черт? Это он храпит? Так, я без свечи. Сюда я не могу пойти. В наушниках, кстати, клёво. Чё, что я слышу, с какой стороны он храпит. Сейчас он храпит с правой. Но у меня слева забор. Стрём. Блин, как же тупо, что он устает. Я бы хотела, чтобы он бегал всегда. Все-таки. Действительно, мне надо просто ходить или стоять.
Вот этот вопрос, который, мне кажется, будет мучить меня всегда в подобных играх, если я продолжу, конечно, заниматься этим анонизмом. Что мне очень страшно. Представляете? Что там за свет? Вы видели? Там было столько света. Туда не буду идти. Там забор. Господи. Блин, ну клево, что и свеча сгорает, да? Прям хочется на нее только смотреть ради интереса. Посмотреть, как быстро она горит. Я вижу тебя. А я тебя слышу, сучка. Что-то давно мальчика не было. Он давно с дерева не спрыгивал. Ух ты, это еще что? Что-то красное горело. Ой, вот этот звук. А потом за ним ничего. Напряжно. Угадайте, у кого сейчас упадет свеча? Хуже всего, что здесь... Все норм. Я уже как профи играю. Я уже спокойно. Не очень хочется пережить этот час. Ну что ж, я это зря столько хожу. Я запуталась. Вот что говорится, так говорится. Тут была свеча. Я уже убрала, конечно. Но вдруг она снова там. То есть тут, короче, есть такие локации, точки, так называемые. Локации, точки, так называемые, да? Где можно обнаружить свечу. И она там как будто бы, этот, как это слово, по-геймерски, респаунится. Как там? Ну, вы поняли. Кстати, вот с этим светом намного лучше видно, что там меня ждет вдалеке. Я понимаю, конечно, почему они не сделают так, чтобы я видела, сколько мне еще осталось выживать до следующего часа. В этом, конечно же, есть логика, и очень ее много, чтобы я находилась в напряжении, как иначе. Но зато как я радуюсь и какое облегчение я испытываю, когда наступает новый час. Ну, мне, конечно, очень грустно, что меня тогда обнаружили. Еще и без свечи. Блин. Такое нравится. Аж попить захотелось. Ну, не знаю. Жалко, что я так ни разу эту чувиху-то и не увидела. Меня, получается, схватил один раз мальчик с пальчик. И один раз схватил меня вот этот, который храпит. И спит. Так, мне куда-то зашла в какую-то жопу, где нет никаких выходов. Это что, мне еще 3 часа? До 6 утра? Sure I knew him. So what? Ну, we haven't hung out since junior high when he joined some website and stopped caring about real life. Я перестала обращать внимание. Вы могли поставить на паузу и прочитать. Так, база данных выдает множество досье о пропавших людях в этом районе. Одно действующее досье... Рапорт о пропавшем. 6. Занесен в улики. О, интересно, это не меня, что ли, ищет? Ну, чертюган. Так, а можно ли сохранить? Так, ну что ж, продолжим. Я думаю, что-то я не иду. Так... Картинка, не останавливай. Ну, понятно, а что-то новое. Типа, доставай нож, режь его, я не знаю. Потому что я же и так не останавливаюсь. Или мне вообще не останавливаться, просто сюда идти и никогда не останавливаться ни на секунду. Ни на минуточку. Так, я забыла, как бежать. Так, все, пальцы на нужные кнопки.
Так, что? У нас пошел третий час, точнее, с 3 часов ночи до 4, теперь нам надо выжить. Нет проблем. Не страшно. Свеча. Я подберу свечу. Чё она тут стоит? Да господи. И зажгу ее, конечно же. Эти смс-ки надо было выключить, но я не могу, я сейчас боюсь. Ай, ладно. Сейчас я выключу смс-ки, они меня отвлекают, они мне мешают. И заставляют меня думать, что все в порядке, и я не в этом темном лесу. Так, я, кстати, Кей говоря, знаю, что не всем заходит формат летсплея. Кто-то не любит летсплея, кто-то любит, кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Кто-то мальчик, кто-то девочка. Жизнь так устроена. Кто-то что-то хочет, кто-то не хочет. Но суть-то не в этом, мои хорошие. Суть заключается в другом. Я надеюсь, что мои летсплеи вам нравятся. Хотя я знаю, что есть люди, вот я читала комментарий к предыдущему видосу, что ой, я вообще не люблю летсплеи смотреть, сама не играю, но твои там посмотрю, может быть. Кто-то не хочет смотреть, потому что страшно, кто-то написал, я включила, обосралась, выключила, поэтому сорян. Все понимаю. Но это же интересно, как можно снимать только влоги? Я просто... Не, я понимаю, что влоги это интересно. Ну как бы, кому-то, да? Да и мне самой некоторые мои влоги очень нравятся. Так-то я вообще не летсплейщик. Кто в первый раз на моем канале? Я вообще бьюти. Я немножко расскажу о себе, как бы такая визитка. Нам все равно делать нечего, пока мы бродим по этому лесу. С моим мужем мы снимаем на его канал реакции. Ну, 4 свадьбы, ну такие программы, конечно, такие шоу. 4 свадьбы. Обмен с женами, беременна в 16. Прикиньте, с мужем снимать клево. Что там два мнения, как мужское и женское. Только реакции. Люблю наши реакции, мы там, конечно, тоже ругаемся матом, хихикаем. До недавнего времени я вообще там винишко пила в прямом эфире, пока снимали. Так, я уже помню, что этот звук обычно не влечет за собой никаких интересностей, просто добавляет атмосфер. Так вот. Не останавливайся! Я не останавливаюсь, я не буду останавливаться! Беги! Без свечи... Вот как от него отвернуться? Как мне от него отвернуться, если он не отворачивается? Совет, не смотри ему в глаза. Куда мне смотреть? Я отворачиваюсь, а он меня поворачивает, понимаете? Кстати, что я вам хотела показать? Что я нашла? Оказывается, нихера я не нашла. Точнее, совсем чуть-чуть. It's for when the bandages come off. Это после того, как снимут бинты. Видимо, там вообще искалеченное лицо. Ручной работы маска с дырами для глаз и рта. С смеящимся выражением лица. You hurt him. Тронь его, я тебя покалечу. Тим. Короткий нож, часто используемый для строгания, изношенная рукоять с вырезанной надписью Тим. Похоже, что на лезвии засохшая кровь. Библия. Then goeth he, and taketh with himself 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Библия короля Джеймса, страницы подписаны, отмечен отрывок в книге Матфея, 12:43-12:45. Улики. А я так и не поняла, где я эти улики нашла? Их вообще хоть где-то находила разве? Или это не найденные? Может, я ничего, ни одной улики не нашла? Потому что рисунки-то я помню, вот эти. Не приближайся к нему.
оставайся на свету. То оставайся на свету, то не разбуди его светом. То отвернись, не останавливайся. Что они хотят? Ладно, погнали. Я тоже страж. Так, визитка, продолжим. Я блогер уже много лет. Чего я только не снимала. Но такого говна еще не снимала. Да не, не говно. Вообще-то, мне кажется, это очень даже клевый контент. Не знаю, кто согласится, кто не согласится. Ой, ну как жаль, как жаль. Как жаль, как жаль, что я не могу знать, сколько мне еще тут было ждать. Все записки найдены. Что же там горит вдалеке? Сделаю-ка я погромче. Тут что-то совсем я расслабилась. Мне ж надо слышать. Тигры, они постоянно просят меня что-то слышать. Вот мне постоянно интересно, что же там блестит такое? То ли это этот чертила мальчик? Я еще раз сюда... Это свеча блестит. О, нифига, я не использовала спички, поняли? Я не потратила спички. Я подожгла от свечи. А собаку я тут хоть раз увижу? Короче, мне кажется, летсплей это прикольно. Прикольно, потому что, вот я рассказываю, я, как говорила в прошлом выпуске, я человек такой вдохновляющийся. И... Слышь, как он бежит за мной, чертила. У меня больше выносливости. Он меня догоняет, он меня догоняет. Ха. Куда-то на дерево, наверное, залез. Так вот, и я просто уже вот поняла такой прикол про себя. Вот что мне нравится, то я и снимаю. Но хуже всего, знаете что? Сначала мы со Славой, с мужем моим, кто не в курсе. Я просто очень долго хотела выйти замуж. Потом, когда вышла, сразу муж. Сначала мы смотрели реакции Юлика и Кузьмы, очень нам заходили. Ну, вообще-то я начала смотреть реакции. Потом я подсадила его. Я вижу, там свеча, надо идти туда. Потом я подсадила его. Бля! Ох, сука! Блядь! Ушел за мной. Ёб твою! Очень темно стало. Так, мне надо запоминать каждый раз. Я просто постоянно бегу, потому что мне страшно. Я забываю, что получается выносливость. И потом я не могу убежать. Вот, свечки горят там, вот эти вот блесточки. Это свечи. К ним мы путь и держим. Так вот, они мне не дают договорить. Кровь. А, нет, дерево просто. Сначала мы смотрели реакции. Нам понравилось. Говорю, давай тоже снимать. Начали снимать реакции. Начали снимать реакции, теперь мы не смотрим реакции, потому что мы не можем смотреть, как это сказать, реакции других блогеров. Потому что они могут снимать реакции на те программы, на которые мы тоже снимаем реакции. А мы должны в первый раз посмотреть и записать это на камеру. Сечёту! Он бежит. Но у нас теперь есть свеча. Вот. Потом. Что-то будет слишком тихо. Надо говорить всегда и очень громко, четко, чтобы не напугаться потом, когда будет громкий какой-то страшный звук. Так вот, потом... А-а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 -
что еще такое? Потом Слава смотрел летсплеи. И я тоже начала их смотреть. Мне понравилось. Мне очень нравится. Я вижу свечи в двух сторонах. Пойдем туда. Теперь мы тоже снимаем. А, блядь, их там что-то... Но все равно та игра страшнее была. Да. Теперь, когда мы снимаем летсплей, мы не можем смотреть летсплей, потому что иначе мы будем знать, что происходит в этих играх. Но есть у меня один свой плюс. Я не очень-то много летсплеев успел посмотреть, в отличие от Славы. Но он тоже... Мелый камшетый. Кстати, у него на канале тоже выходит летсплей, так что... Ну, мы начали, короче, снимать. Не то, чтобы другого контента не будет. Почему здесь такой долгий час? Какой же здесь долгий час? Они более агрессивны во тьме. Почему такой долгий сучий час? Я уже должна была дойти дальше. Короче, я решила вот как. Угу. Если вам понравилось, как я играю в эту игру, я сегодня на этом закончу. А если вам понравилось, то мы продолжим и постараемся дойти до 6 утра. Но я что-то с трудом... Вообще, почему нет? Почему у меня не получилось? У меня все шло идеально. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, что вам понравилась эта реакция, надеюсь, что вам понравилась эта игра. Если вы хотите посмотреть продолжение, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, поставьте лайки. Сёка попью. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и на этом все. С вами была я, ваш... Кто там, придумайте мне ник игровой. Убивашка какая-нибудь. Короче, все, пока. Ну все, выход. Вы уверены, что типа, да, очень хочу. Уже устала. Все, отлично.